Ми з вами потрапили у гості до інноваційної та суперсучасної IT Step School. Яскраві кольори, малюнки на стінах. Діти почувають себе вільно і комфортно. Важко повірити, що школа може виглядати саме так. IT Step School Київ – це повна інтеграція IT-технологій та повна діджиталізація навчального процесу. Планшети замість підручників, програма і платформа MyStat, Microsoft Teams, якщо дитина залишається вдома. Ми маємо в нашій школі унікальні можливості дати вашій дитині розвиток софт-скілів. Іноземні мови. Друга іноземна мова з 5 класу – вивчення китайської, німецької та іспанських мов. Старі підходи та система до навчання вже не працюють. Дуже мало ефективно лише запам'ятовувати інформацію. Ми навчимо дітей мислити по-іншому і побачити цікаві дисципліни – математику, географію, історію – з іншого боку. Майбутнє для вашої дитини вже поруч. Ми вирішили відмовитися від паперових воркбуків, тому ми замовили книжки, але книжки з доступом до електронної платформи. Ми працюємо за книжкою і отримуємо частину якоїсь теорії і мовну практику з учителем. Ми розподіляємо класи, ну не по класах, а по рівнях знання, щоб дітям не було сумно вивчати англійську. Вивчається у нашій школі 4 мови – це англійська, китайська, іспанська, німецька. Англійська мова, яку ми вчимо, вона використовується у, наприклад, 3D-моделюванні. У нас в школі є електронні мікроскопи. Це надсучасний, надновий мікроскоп, яким просто нереально класно користуватися. Ще в нас є енцефалограф. На уроках біології при вивченні тем центральної нервової системи діти самостійно можуть користуватися приладом і вимірювати біологічний потенціал свого мозку. И куратор – это как настоящий друг для ребенка. И мы всегда общаемся с детьми на личные для них темы. Также они делятся проблемами и по учебе. Они просят помочь нас либо с учебой, либо на уроке, если непонятно, либо если они стесняются подойти к преподавателю, также это происходит через нас. И также мы следим на уроках за тем, чтобы они не отвлекались на телефон, не общались между собой на ненужные темы и полностью были поглощены в урок. Очень часто бывают тренинги, к нам приходят гости, связанные с IT-технологиями. Они рассказывают о том, как зарождалась их идея, как они добивались успеха, какие у них были трудности и как они их преодолевали. Мне очень нравится IT Step School. Мне нравится, например, то, что здесь рассчитано на то, чтобы ты все понимал. То есть неважно, это игровая форма, не игровая. Главное, чтобы это было понятно. Вот как по мне, как здесь преподают, мне нравится. То есть абсолютно доходчиво. Он очень сильно изменился, отлично начал работать, и ему, наверное, впервые за всю его школьную жизнь понравилось учиться и понравилось быть успешным. И за это я безумно благодарна администрации школы. Успехи видны были сразу уже буквально через месяц или два, потому как, наверное, это благодаря отношениям учителей. Поэтому ребенок очень быстро открылся, при том, что был такой вроде как скованный, немножко замкнутый. Сейчас она такая открытая. Не бывает такого, чтобы ей хотелось остаться дома. Как говорил Тургенев, всматривайтесь в глаза детей, там их душа, вы найдете любые ответы. Всматривайтесь в глаза, да, по глазам. Даже видно, что он доволен не только по ответам, но и по глазам.
школа будет хороша тогда, когда дети будут получать удовольствие от того, как они ходят в школу, от учебного процесса, от уроков, когда преподаватели будут квалифицированы организовать процесс обучения так, чтобы дети были счастливы. Три, когда предметы, которые изучают дети, будут понятны, для чего им это пригодится в жизни. Четвертое, когда вокруг их будут окружать друзья, а не, скажем, соперники. Когда они будут чувствовать себя среди единомышленников, им будет хотеться становиться лучшей версией себя. Пятое. Каждый ребенок должен чувствовать свое и видеть свое развитие, свои результаты. Они не просто ходят потому, что сюда их привели родители. Они развиваются, они видят свой прогресс, и они получают от этого прогресса удовольствие. Вот, если в двух словах, так я себе видел школу, в которой я бы хотел, чтобы учились мои дети. А от що обрати, звичайну дошку або сучасний комп'ютер, вирішувати вам.